Мебельная фабрика «Лаура» производит мебель для ресторанов, кафе, гостиниц и отелей. Эти диваны, кресла и лаунж-зоны помогут создать уют и оригинальный интерьер. В Сочи множество красивых видов, и чтобы гостям было удобно ими любоваться, вполне можно оборудовать террасу современной и экологичной мебелью. Мебель делается из искусственного ротанга, это экологически чистый материал. Выдерживает температуру от минус 40 до плюс 70 градусов, не выгорает на солнце, не боится влаги, дождя. То есть мебель может находиться на улице круглый год. Также мебель может использоваться внутри помещений. Даже диваны здесь готовы установить на улице. Дело в том, что ткань обивки и наполнитель подушек не боятся влаги и отлично держат форму после многократного сжатия. Фабрика мебели «Лаура» выполняет проекты любой сложности. Это может быть готовое решение или индивидуально разработанный дизайн. Выбрать есть из чего. Более 150 расцветок ротанга и огромный ассортимент текстиля. Специалисты фабрики помогут выбрать оптимальный вариант и подготовят 3D-визуализацию помещения. Так, даже еще не установив мебель, вы сможете по достоинству оценить ее эстетические характеристики. Мы даем гарантию 2 года на нашу продукцию. Материал полностью всероссийский, за исключением ткани. Ткани, как правило, мы ставим итальянские. Все остальное, то есть алюминиевая труба – это Россия производство. Сам ротанг – это тоже российского производства. Наполнитель, который используется в подушках – это тоже все делают в нашей стране. Доставка здесь по Сочи у нас есть, в принципе, по всему побережью тоже. А если это ресторан, то, естественно, мы делаем либо под заказ, то есть любой дизайн, любой цвет, или можем работать по складской программе. Основное производство полного цикла развернуто в Москве, но есть склад продукции в Краснодаре. У фабрики мебели «Лаура» гибкая ценовая политика и особые условия для оптовых покупателей. Ознакомиться с ними и линейкой товаров можно на выставке «Мебель и интерьер» в гостиничном комплексе «Жемчужина». Галина Моисеева, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.